и с каждым годом, то есть кто-то совсем недавно танцует румбу, кто-то уже не один год, но все равно наблюдать со стороны это всегда очень приятно и интересно находить что-то новое в вашей манере танцевания. И все молодцы, и действительно все развиваются. Мне очень понравилось. Спасибо большое Евгении Хурдей! Школа танца был Ешкрабтак, город Харьков. Она получает диплом и сертификат на следующий афроинтенсив со скидкой. Итак, мы переходим к партнерам. Второе место в номинации «Румба Гуагуанко» получает Роман Баранов. Аплодисменты! Твой любимый, да? Из 20 участников. Ну, ничего, как я говорила, нас мало, но мы в тельняшках. Мами! Итак, поехали дальше. Неожиданный приз, неожиданный участник сегодня Александр Нечаев получает диплом за участие. Evolution Dance Studio, город Одесса. И мы переходим к первому месту. Кто же это? Как вы думаете? Аннабель! Арсений! Аннабель, нет, но... Выбор был очень сложный. Про меня Аннабель. Арсений победил по конкурсу. Арсений? Итак, мы поздравляем с первым местом в номинации «Румба Гуагуанко». Бускамас Румберас 2014, Аннабель Чуприну. В большей степени за харизму, за характер. Вот, советую всем привнести в танец Гуагуанко больше взаимодействия в паре, потому что это идея, главная идея этого танца. И театральности. И она получает приз, наша победительница, 50% скидку на следующий афроинтенсив и 50% скидку на Гуагуанко фестиваль, на фулпас Гуагуанко фестиваля в Испании, в Лорет дель Мар, в июне 2015 года. Если вы не знаете, что это за фестиваль, я думаю, вам стоит там обязательно побывать.